Здравствуйте, с вами Светлана Цветкова и рада приветствовать вас на канале «Моя мастерская». Вместе со мной здесь и Ярослав. Ярослав, привет! Привет! Сегодня мы хотим с Ярославом показать, какие еще можно игры поиграть с вот этим вот игровым ковриком «Лес». В прошлом видео мы вспоминали, какие животные живут в лесу, а сегодня мы будем смотреть, что растет в лесу. Ярослав, расскажешь? Да. Хорошо. Давай, что же растет в лесу? Ягоды. Ягоды растут в лесу. А какие ты знаешь лесные ягоды? Малина. Хорошо, покажи мне, где у тебя здесь малинка. А, вот это у тебя малинка? Хорошо, да. Давай мы найдем кустарник, да, на какой-то полянке растет малинка. Какие еще ягодки лесные? Ежевика. Покажи вот сюда вот. Вот такая вот ежевичка растет в лесу. Хорошо, давай найдем и ей местечко. За норой. За норой будет кустарник с ежевикой. Хорошо, какие еще ягодки могут расти в лесу? Клубника. О, вот клубника расти не может. А может расти маленькая. На земле растет, поэтому называется... Земляничка. Земляничка. На полянке она может расти, где травка. Она любит такое местечко. Вот здесь хорошо, где травка. Что же еще, кроме ягод, растет в лесу? Грибы. Хорошо, давай посмотрим, какие грибы ты знаешь. Я зову сыроежку. Хорошо, давай сыроежку. Вот здесь у нас будет расти сыроежка. Какие еще грибочки ты знаешь? Поганку. О, поганка что, это тоже съедобный гриб? Берем? Нет. Нет, она, конечно, растет в лесу, давай ее... Вот здесь она у нас будет на лесной опушке рядом с дубом расти. А еще, а вот под березой какой у нас будет расти грибочек? Под березовик. Под березовик, хорошо. Давай его посадим, вырастим. Какие еще грибочки у тебя там есть? Масленок. Нет, это рыжий гриб. Да, рыжик. Или, может быть, лисичка. Такой лисичка. Же... Хорошо, пусть это будет лисичка. Рыженький грибочек, похожий на лисичку. Вот здесь у нас будет на этой полянке расти. Еще какие-то я вижу, у тебя там грибочки есть. Это гриб-боровик. Ох, это же белый гриб-боровик. Он в лесу жить привык. Куда мы его с тобой? Ну, пусть здесь вот спрятался он у нас. И еще вижу у тебя маленькие грибочки. Сморчок. Ой, какой сморчок, старичок. Ну, пусть он здесь растет в травке тоже, да, спрятался. И последний грибок показывай, какой у тебя там есть. Ну-ка, покажи-ка его. Вот какой маленький грибочек. Опенок. А почему он так называется? Потому что он растет на пеньке. Да, есть у тебя здесь пенек? Нет, у нас здесь пеньков нет, у нас пока здесь растут только деревья. Хорошо, давай посадим где-нибудь рядом с березкой, например, опенок. Все, мы показали с Ярославом, что растет в лесу. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарий и подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе новых видео. Пока-пока! Пока-пока!